Привет, друзья! Оля и Лена, с вами Ленивый Кулинар. И сегодня готовим замечательный салат, который хорош сам по себе. Но к шашлыку просто отлично подходит, поэтому мы, собственно говоря, его к нему и приписали. Первым делом шинкуем капусту. И хорошенечко мнем ее руками. Туда же добавляем морковь и огурчик, порезанный слайсами при помощи овощечистки. Для заправки мы использовали йогурт, горчицу, немного сока лимона и соль. Салат замечательный, легкий. Шашлыком самое оно, друзья. Приятного аппетита! Не забывайте подписаться на наш канал «Ленивый кулинар». Мы вас очень-очень ждем. И любим, ценим. Очень.